Всем привет! Я рада приветствовать вас у себя на канале. У нас выходные, летние выходные, первые, и мы решили отправиться на рыбалку. Сегодня вам покажу несколько мест, куда мы приехали. Это первое из них, небольшая речушка. Она у нас идет вокруг деревни. Раньше здесь было очень много щуки, окуня. Здесь даже ловили раков, поэтому попробуем сегодня здесь побросать спиннинг. Ну, а я покажу, что из этого выйдет. Погода стоит очень хорошая. У нас сегодня плюс 26, легкий ветерок. Очень красивое место, тишина, птички поют. Будем надеяться, что нам повезет, и мы что-нибудь обязательно поймаем. Ну, а дальше отправимся еще в одно место. Тоже буду вам все показывать. Оставайтесь с нами. У нас первый заброс. Проверим сейчас снасти наши, все ли хорошо. Ну и дальше пойдем по реке. Буду вам показывать. Идем вдоль речки, ищем более чистые места. Смотрите, вот здесь мы видим следы животных. Видно, приходят они к воде. Ну, конечно, диких животных, понимаете. Не знаю, что это, кабаны. Сейчас попробую подойти ближе. Нашли чистое место. Немножко побросаем здесь. Все заросло, не ожидали мы такого. В этом году у нас было очень много дождей, очень много воды. Поэтому все такое, идем даже вдоль речки, все вязкое. Пробуем сейчас забрасывать. Здесь у нас вот такая узкая часть речки. Здесь раньше была кладка. Видите, остались от нее только небольшие столбики. Попробуем здесь. Глубина здесь небольшая. Подобрали мы правильную наживку, ну а сейчас будем ее тестировать. Если что, взяли мы еще с собой, поэтому будем подбирать. Сейчас пробуем мы ловить на поппер. Макс, покажи ближе. Вот такая, видите, рыбка. Вот, посмотрим. Конечно, речка очень-очень заросла. Будем искать места, чтобы было без зацепов. Двигаемся мы дальше. Смотрите, что здесь видим. Сделали люди переход. Перед этим мы видели, как стоят такие околышки для удилищ. Это говорит о том, что сюда ходят на рыбалку. Смотрите, как отличается речка после перехода. Вся затянута тиной. Это значит после. Смотрите, а это вода до. Разница, конечно, вообще колоссальная. Люди переходят на ту сторону, видно, идут вокруг и ловят с другой стороны. В общем, сделали самодельный, самодельный вот такой переход.
видим, что натянула разных палок всего. Ну, в общем, здесь абсолютно другая картина. Поменяли мы насадку, одели поролонку, вот такую рыбку. Можно говорить, здесь самые глубокие места, ловили раньше здесь. В общем, попробуем поменять. Меняем, экспериментируем, потому что это первая наша рыбалка как бы в этом сезоне на спиннинг. Не знаем мы ни местность, не знаем. Возможно, и потеряем несколько насадок, потому что речка непонятная. Ну вот, видите, рыбку выловили с листочками. В общем, будем пробовать забрасывать. Рыба есть. Видим, как она гуляет на солнышке. Спиннинг это, конечно, не быстро. Я его и не очень люблю, потому что поплавочная рыбалка, она азартнее. Если есть рыба, то и хочется все больше и больше ее поймать. Ну, вот сейчас с вами общаюсь и слышу, как рыбка гуляет. Идут пузырьки. Не знаю, правда, что. Может, окуньки, может, щука, может, еще что. В общем, побросаем спиннинг. Это больше такое удовольствие. Меняем насадки, пробуем. Потому что неизвестно, на что клюнет. Погода, слава богу, позволяет. Ну вот, еще один очередной заброс. Посмотрим. Рыбка именно в той части и играла на солнышке. В общем, посмотрим. Ну и вот смотрите, что у нас получилось. Оп! Вот такой был зацеп. Самое главное, как сработал профессионал. Снял его. И как забросил, так профессионал. Улыбается. В общем, и такое бывает. Потому что хочется подальше, как можно лучше. Ну, получается так. Вот такая насадка побывала у нас на дереве. Это виброхвост. Повезло, что крючок у нас был не цепляющийся, поэтому спасли насадку. Пару ловких движений и двигаемся дальше. Поменяли снова насадку, поставили вертушку, четвертый номер. В общем, пробуем. Вот так она выглядит. Интересная насадка. К сожалению, все насадки, которые взяли, они очень-очень тяжелые. Есть у нас дома и полегче, но как-то не подумали. Во-первых, не собирались идти. Думали только на поплавочную, но, в общем, решили попробовать из того, что есть. Возвращаемся назад, подведем итоги, что мы имеем. Минус насадка. Все-таки наши зацепы не прошли бесследно, ничего страшного. Рыба есть, рыба гуляет. Может быть, насадки, как мне уже подсказал муж, не тяжеловаты, а большеваты на такую рыбу.
Вот, и правильно, наверное, говорить не насадки, а приманки тоже. Меня, в общем, поправляет. Я такой рыбак себе, любитель. Вот, ну, получили массу удовольствия. Природа, вода, красота такая. Вставлю вам несколько кадров красивых, в общем, чтобы вы тоже насладились этим. Еще не прощаюсь, встретимся на другом водоеме, на поплавочной рыбалке. Оставайтесь с нами. Приехали на второе место. Посмотрите, какое большое красивое озеро. В общем, разложились. Ловим на поплавок. Также муж ловит вот так на спиннинг на кормушке. Я скромно на удочку. Ловим на червя. Немножко добавили прикормки. Посмотрим. Может быть, здесь нам повезет, мы что-нибудь поймаем. Очень много рыбаков. Вот там на лодке дальше. Много людей просто на той стороне. Мы пошли немножечко на противоположный берег. Не захотели там толпиться. Есть поклевки. Не знаем, правда, что. Может быть, мелочь. Стоим буквально минут 10-15. Очень много мошкары. Смотрите, на той стороне берега солнышко. Там люди купаются, стоят раздетые. А мы здесь в тенечке, и комаров просто уйма. Все облепили. Мы одеты. Даже не скажешь, что жара. Сейчас где-то 6 часов вечера. Очень-очень тепло. Ну, нам приходится одеваться, потому что мошкары очень много. Потихоньку клюет, рыба гуляет, как и на прошлой речке. Забрасываем. Есть поклевка, муж мне подсказывает, но посмотрим. Пока что-то очень-очень вяло. Подождем, может быть, удастся нам что-то поймать. Даже самим интересно, что здесь ловится. Мы, наверное, второй раз здесь. Поэтому сильно озеро это не знаем. Но по наличию здесь рыбаков можно сказать, что рыба есть. Потому что сюда бы не ездили, если бы не ловилось. Очень здесь красиво. Просто классно. Ну что, прошло где-то минут 40, пока ничего. Мы уже одну поплавочную удочку переделали в спиннинг. Муж снова забрасывает, пробует. Комаров много. Гуляет окунь. Окунь есть, люди, которые вот ловят на той стороне. Мы слышим, у них клюет окунь. Хотела показать прикормку. Вот такой абсолют на плотву. Мешаю его с землей до такой густой консистенции, чтобы можно было забросить вот так в ведре. Прикармливаем. Ну, самое интересное, что идет заброс. Клюют, что-то клюет, но буквально 1-2 раза и все. И поплавок стоит на месте. По приманкам вот так мы взяли немножко. Ящик вообще дома большой, но взяли немножко с собой разной. Разные рыбки. Пробует муж, меняет. Красота, конечно, неземная. Если бы еще и рыбка ловилась, было бы вообще замечательно. Комаров не меньше, мне кажется, становится еще больше. Просто заедает нас. Ну, еще включусь, обязательно вам расскажу.
рыбка гуляет, видите? Прямо на камеру видно. Такая приманочка одета. Пока рыбка наша не ловится, пошла пособирать ландыши девчонкам. Спрашивала как-то Софийка у меня, что это за цветы. Вот так собираю и сделаю ей приятно. Вот такой букетик для Софийки собрала. Ландыши. Разная-разная лесная травка. Думаю, ей понравится. Время зря не теряю. Время 8:30. Будем собираться домой. Покажу сейчас наш улов. Значит, смотрите, что мы имеем. Удочек много, рыбы не так много. Мы поймали 3 окунька. Один такой вообще хороший. Наверное, размером, ну, с ладошку. Не, с полладошки. Ну и 2 поменьше. В принципе, клев был не очень. Поймали на удочку, на червя. Спиннингом бросали, но ничего не получилось. В общем, вот так прошел наш сегодняшний день. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем до новых встреч, всем пока!